У многих остались в памяти такие истории, когда родители устанавливают дома камеру, чтобы увидеть, как нянька обращается с их детьми. А герой этой истории настолько любил свою собаку Нину, что не мог никому ее доверить, даже своей девушке. Дело в том, что ему уже 32 года, а он до сих пор не смог найти себе девушку и жениться на ней. А причина весьма странная, но оправданная. Хосе боится, что его будущая жена не будет так любить и ухаживать за Ниной, как он сам. Все его предыдущие девушки сразу показывали, что недолюбливают его собаку. А мужчина смотрел за ней, как за зеницей ока. Были и такие, которые делали вид, что Нина им нравится, но потом солили ей. Но Хосе не собирался терпеть такого отношения. И вот настал день, когда Мария пришла в дом Хосе и увидела Нину. Девушка просто охнула от счастья. А Нина сразу подбежала к ней и начала прыгать и плясать. Тогда Хосе понял, что Мария именно та девушка, которая должна быть рядом с ним. Прошло несколько месяцев, и он сделал предложение Марии. Он сильно любил Марию, но тот факт, что она хорошо относилась к его собаке, все равно давал ей место для сомнений. Ему нужно было уехать в командировку. И он решил понаблюдать, как же ведет себя его жена с его собачкой в его отсутствие. И вот, камеры установлены по всему дому, он уехал, но то, что увидел он на записи, просто разбило его сердце. От умиления. Мария и Нина вместе танцевали, мужчина смотрел эту запись сквозь слезы. Ему стало стыдно за то, что он когда-то сомневался в своей жене. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк. А также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.